Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть. Не скучись. 9 мая 1945 года небо озарилось грандиозным салютом. Залпы из тысячи артиллерийских орудий возвестили о долгожданной победе. Торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне, объявляется открытым. Сегодня мы празднуем День Великой Победы. Сегодня мы чтим тех, кто не дожил до сегодняшних дней. Сегодня мы поздравляем героев, которые рядом с нами. Огромное спасибо всем тем, кто выжил и отстраивал нашу страну. Огромное спасибо всем тем, кто рассказывал нам и рассказывает сегодня нам память и правду о той страшной Великой Отечественной войне. Для всегда праздник это самый святой. Самый большой и самый дорогой для нас. Для нас он самый дорогой из всех праздников. Прошедшего. Дуже трудно. У каждого народа должны быть герои. Они должны быть примером. Это великая победа, и абсолютно все должны помнить о том, какой ценой она досталась и, в общем-то, против чего была война. Война была против фашизма, наши предки победили, и мы празднуем. Празднуем широко, мы сохраняем эту память, мы передаем ее из поколения в поколение, для того, чтобы подобное больше не повторилось. И, безусловно, в этом празднике есть и воспитательная часть, но главное не это. Главное окружить любовью и заботой тех, кто нам этот праздник подарил. Кто подарил нам свободу, кто подарил нам возможность жить, строить, надеяться, верить и служить своей стране. Это важно. День Победы на Змеевщине – это традиционно грандиозный праздник. Мы всегда его празднуем с масштабом, с размахом, только для того, чтобы показать и подрастающему поколению, как это важно для нас. А самое главное – продемонстрировать нашим дедам, прадедам о том, что мы любим, помним и чтим их подвиг. А вокруг весна, небо синего, солнце бьет в глаза, и нежна листва. Жить, жить бы да любить и любовь дарить на земле. День пам'яті, день воїнів-героїв, день перемоги, який не може бути сумним. Тож святкуємо у Змієві на головній площі міста торжество. Діти знають, їх мирне дитинство – то заслуга ветеранів. Учні шкіл Зміївського району запрошують на 30 років уже традиційний парад. Закохана у волю, закохана в життя, зазнала і недолю. На душі радісно, тому що дивишся, що як раніше сам жив і як зараз молодіж, це цвіте все. Свято Морозива, безліч атракціонів, весела музика, святкує малеча. Нам нравится то, что есть для деток развлекательные и программы, и аниматоры ходят, праздник мороженого. Все понравилось. Окрім інших заходів на святі, відбувся міжнародний бій перемоги Україна-Грузія за підтримки народного депутата України Євгенія Мураєва. Нас пригласили наші друзі на українські
украинцы. Мы очень благодарны за это. Вот мы будем принимать участие в этом хорошем турнире. Мы здесь первый раз, да. Но будем постараться, чтобы принимать участие в каждый году. Я хочу в этот день пожелать всем людям, которые пришли на праздник, берегите себя, берегите, цените этот праздник. Я хочу поздравить ветеранов и последних, кажется, тоже 90 лет больше, чтобы им здоровья, счастья, чтобы они жили и так далее. Кожного року народний депутат України Євгеній Мураєв надає підтримку зміївчанам у проведенні свята. У цей день перемоги приємний сюрприз отримав і Євгеній Володимирович. Євгеній Володимирович Мураєв на сцені. Спеціальна награда за заслуги від спілки ветеранів Афганістану. За розвагами та веселощами ніхто не забутий, ніщо не забуте. Пронесіть через года и жизнью наполните, но тех, кто уже не придет никогда, заклинаю вас, помните! Друзья, я благодарен вам за поддержку, за то, что вы поддерживаете мою команду, за то, что вы сегодня пришли поддержать наших отцов и дедов. С Днем Победы!